Ремонт дороги от Хабеза до Зиюка идет полным ходом. Активные работы ведутся сейчас на одной из важнейших для региона автомобильных трасс, которая ведет к турпоселку Архыз. Нескончаемый поток автомобилей, стремящихся на курорт и обратно, изрядно подпортил дорожное полотно. Но новый асфальт избавит водителей от необходимости лавировать между выбоинами. К слову, большая часть работ уже позади. В ужасном было состоянии, но сейчас, слава богу, делается все. Ну, не знаю, получится, наверное, очень хорошо. Везде ямы были, везде. Надо было объезжать эти ямы. Из-за этого часто аварии были здесь. Но сейчас довольно-таки нормально. Вот это делают, еще будет все отлично, наверное.